Всем привет, всем доброе утро. Ева отвезла в школу, и у меня перед моими делами есть где-то полчасика. Вот, хочу рассказать мне спрашивали по поводу сестры. Мне просто не успела, она была не против, но мы не успели записать с ней видео. Что-то такое, как-то была такая беготня не только по делам, а так хотелось посмотреть места, погулять, да, пообщаться. Ну, в общем, не нашли мы времени, поэтому расскажу сама, что да как за первый месяц. Где-то месяц с небольшим она здесь, и что мы сделали за месяц. Сестра, напомню, для тех, кто не знает или первый раз, может, включил это видео, моя сестра выиграла грин-карту, и со второго или с третьего, мне кажется, что с третьего, по-моему, три раза я на нее заполняла. Ольга, говорит, помнит, что, говорит, первый раз вроде ты на меня не заполняла, вроде это я со второго раза выиграла. Мы, если честно, разошлись во мнениях, точно сказать не можем, то ли со второго, то ли с третьего раза выиграла грин-карт. И уже в 2000, так, в каком это было, я в 2016, значит, заполняла. Вот в 2018 она уже приехала сюда, к нам. В 2017, в прошлом году, я узнала в мае, что она выиграла грин-карту. Это было, даже есть видео. И я такая радостная, я говорю, как я ей звонила, говорю: «Ольга, ты выиграла грин-карту, ты выиграла грин-карту». Она говорит: «Да? Что? Понять ничего не может, ночь у нее». Ну, в общем, да, свершилось. В 2018 году она приехала, мы ее встречали в Лос-Анджелес, тоже есть видео нашей встречи. Так что, что мы сделали? Когда она уже приехала, уже был адрес, куда должна прийти грин-карта, наш адрес. Ну и там было в ее документах написано, что в течение, по-моему, 3 недель должно прийти еще Social Security. Да, 3 недель точно. Так вот, 3 недели заканчиваются, а ни грин-карты, ни Social Security еще не было. Вот, по-моему, ровно 3 недели прошло, и мы поехали в Social Security Administration, в офис. Как нам советовала одна из подписчиц, большое спасибо. Мы приехали, и сестры моей не было в системе, то есть мы заново заполняли заявление. Такое бывает, поэтому это напутствие для тех, кто выиграл грин-карт. Совет: идите в Social Security Administration и заполните заявление на Social Security номер. Вот Виталик на работу поедет. Пока! Ты сегодня туда же? Пораньше сегодня. Ну, хорошего дня, пока. Вот, и отвлеклась. Так вот, да, Social Security Administration, идите. Мы сходили, заполнили заявление. Это вообще, это не стоит ничего. Во-первых, Social Security выдается бесплатно. А во-вторых, это очень быстро. Там, я не знаю, ну, может, полчаса мы там провели. Заполнили. И, знаете, получилось так интересно. Когда мы пошли подавать на Social Security номер в офис, Ольга написала свое отчество, там требовалось написать, как Анатольевна, потому что его нигде ни в загранпаспорте нет, и она написала на свое усмотрение Анатольевна. Ну, требовали, написали. Что вы думаете, мы подали, все, и приходит меньше, чем через неделю Social Security, и в этот же момент приходит грин-карт. А на грин-карте они взяли и написали Анатольевна, как middle name, с буковкой Y. Но здесь почему-то русские отчества, как middle name, именно у женщин идут. Не знаю почему. Они сами на свое усмотрение берут и ставят. То есть Ольга как бы не просила, нет middle name, но они поставили Анатольевна как middle name. И с буковкой Y. А подали-то Social Security без Y. Просто Анатольевна. И пошли мы опять. А очень быстро пришел этот номер. Меньше, чем за неделю. И мы приходим в этот офис опять к этому мужчине хорошему, о котором тоже в видео говорили, как он замечательно все нам помогал.
очень доброжелательный, и он такой: «Ой, я же вас видел, по-моему, на прошлой неделе, если не на этой». Мы такие: «Да, мы снова к вам. Произошла ошибка, показываем грин-карт, на грин-карте этот, буковка Y, а на Social Security буковки Y нет». Он такой: «Ой, он такой, он еще извиняется». Мы такие: «Так это не ваша вина, ничего страшного». Я говорю: не волнуйтесь. «Ой, мне так жаль, извините меня за это, давай мы сейчас все исправим». Ой, Ольга такие глаза, говорит, вообще, ну ладно, я не буду сравнивать, но все знают, когда мы идем там в ЖЭК или в какую-то еще инстанцию, что-то надо: «Ой, извините, вы совершили ошибку, приходите к нам еще, мы сейчас все исправим». Обычно вот как я ходила: «Ой, ай, да вы что, вот куда вы смотрели, да, как вы писали, это ваша ошибка, это вы виноваты». Ну, в общем, а он все на себя принял. «Ой, это я ошибся». Хотя мы в заявлении написали: «Анатольевна», мы не знали, что оно будет в грин-карт как отчество, и что именно так сделают с буковкой Y. Так вот, он исправил, и опять тоже очень быстро пришла вторая. Первую, говорит, Social Security номер, карточку просто порвите, а вторая будет уже такая официальная, и которой будете пользоваться. Но номер тот же остался. Вот, это для ознакомления, что вдруг у вас такая же ситуация возникнет. И с отчеством, и с тем, что нужно обязательно пойти самим. Потому что может не быть в системе, и вы будете ждать 3, 4 недели, 5, а Social Security номер вам так и может не прийти. Вот. Дальше что мы сделали? Мы пошли, открыли счет дебетовый в Wells Fargo. И там же, так как уже был Social Security номер и грин-карта, ей открыли кредитную карту, но со своими $500. Ну, там можно, по-моему, от 300, и там сколько хотите, там 500, 1000 кладите. И вы можете использовать эти деньги, чтобы у вас ваша кредитная история на ваш Social Security номер, она, так сказать, нарастала, чтобы она росла. И открыли мы эту карту, потому что сейчас обычную кредитную карту с деньгами банка никто не даст, потому что нет истории кредитной, вы новенький человек в Америке, банки не хотят, ну, естественно, доверять, бояться. Поэтому вот так. Какое-то время она будет ей пользоваться, у нее как-то кредитная история окрепнет, подрастет, может, через полгода, через сколько-то месяцев, там, я не знаю, 8-9, уже сможет брать уже обычные карты с кредит, ну, не со своими деньгами, а с деньгами банка. Вот. Открыли счет, открыли кредитную карту. Мы поехали сдать... А, еще поставила я ее на очередь в DMV. А в DMV очереди сейчас огромные, потому что сейчас все делают Real ID, обменивают карточки свои на те, с которыми можно будет, по-моему, с 2019 или 2020 года нельзя будет летать в самолетах с прежними ID. Вот, там они меняют вот эти карточки. И поэтому представьте, все, у кого есть там старые, они меняют на новые, да плюс еще прибавляются в DMV те, кто хотят сдать на права, да плюс те, кто хотят решить свои какие-то проблемы онлайн, например, не могут, а приходят туда, там продлить регистрацию или еще какие-то дела. В общем, народу там целая тьма. И мы записались аж за 2 месяца на то, чтобы сдать на вождение сдать. И не стали... Ну, в общем, мы записались на 2 ноября, а пошли без очереди сдать тест письменный. Вот, пришли туда без очереди, без записи. Вернее, без очереди. Как без очереди? Я имею в виду, не записывались мы, на appointment не делали. Пришли, встали в очередь. Там очередь на улице. Ой, ну ладно, мы выстояли ее. Подошли. И сейчас, знаете, регистрация даже, вот когда вот ты только подходишь, нужно все тоже на компьютере. Не заполняешь. Там раньше были такие бумажки, они вот открывались, там все заполняешь. Сейчас тоже всю свою информацию вводишь на компьютере. Вот. Потом подождали, она сдала тоже, хотя мы сдавали на листочке на русском языке,
Мы письменно, прям вот письменно-письменно листок, нам давали карандаш, и мы отмечали правильные ответы. Сейчас тоже она на русском языке, но на компьютере она выбирала язык. Там есть несколько языков, на которых ты можешь сдать. И среди них есть русский. Сдала она успешно с первого раза теорию. И вот теперь только 2 ноября нужно ехать сдавать вождение. Но до этого еще октябрь целый и пол сентября. Что еще? Вот с DMV мы решили проблемы с банком. И плюс, что еще большое дело, еще до того, как ей приехать, я нашла ей работу с проживанием. Это очень здорово, потому что она у нас месяц где-то побыла, через месяц сразу она пошла в свое жилье, тоже есть видео о ее жилье и вскользь о ее работе. Работу нашла в группе русскоговорящей, женщина предлагала по уходу за ее мамой. В большом доме работа, мама живет ее в доме, за которой ухаживать, а Ольга, моя сестра, живет на территории этого участка, рядом с этим большим домом есть такой ее отдельная квартира, в которой она живет. Вот. И она со своей квартиры заходит в дом, там работает, ухаживает, читает бабушке книжки, ну, кормит ее, помогает, в общем, всячески уход проводит. Так вот, чтобы иметь такую работу, мы сделали большое дело. И кому интересно, могу сайт дать. Туда заходишь. IH. Как же он называется? SH, что ли? В общем, дам ссылочку внизу. Заходите туда, и там нужно несколько аппойнтментов, несколько встреч назначить. Сначала проходите на компьютере, смотрите видеоролики. Регистрируйтесь, вот эти ролики просмотрели, это первый шаг, потом это будет совместная встреча, на которую вы приходите, тоже ее назначаешь, а вернее ее не назначаешь, ты смотришь какое время, по какому адресу она проходит и просто туда приезжаешь, это такая совместная общая встреча, там я не знаю, человек 150 наверное было, я с ней ходила и немножко ей помогала переводить, что там происходит. Но в принципе, как я посмотрела, это все практически то же самое, что она посмотрела по видеороликам. Только там тебе где-то вот это на совместной встрече, на публичной, тебе дают такой purple этот бумагу, такая специальная бумага, что ты прошел вот эти вот как бы курсы, ну там часа 2,5-3. Вот, и вот эту вот фиолетовую бумагу берешь, заполняешь ее там немножечко и потом уже назначаешь это все вместе, короче, там все на сайте поймете, заполняешь индивидуальную встречу, мы пришли на индивидуальную встречу, эта встреча длилась 5-10 минут, там он все тоже пару вопросов задал, мужчина взял вот эти документы, эту фиолетовую бумагу, то все, ее отксерил и отправил нас сделать отпечатки пальцев. Дал бумагу, где это находится, по каким адресам можно сделать отпечатки пальцев. Мы тут же проехались. Вот отпечатки пальцев, единственное, они стоят где-то $12-15. В некоторых местах из списка по $12, в некоторых по 15. Мы поехали в наш Mountain View, по-моему, в Mountain View делали. $12 это стоило. Вот, сделал отпечатки пальцев, я говорю, что дальше? Он говорит, ничего, вы просто ждете. И правда, где-то через неделю, через неделю пришла бумага, хотя в течение 2 недель сказали, пришла бумага, подтверждение, что теперь она может работать как даватель доброты, даватель заботы, ну, в общем, как человек, который ухаживает за пожилыми, по уходу за пожилыми. И теперь она официальный работник, в общем, и она будет получать зарплату от государства, а это очень хорошо. Почему? Потому что, ну там, знаете, зарплата зависит от количества часов. То есть за человеком, за которым вы будете ухаживать, за бабушкой или дедушкой, вот сколько у него часов государство даст, он смотрит по состоянию здоровья и что именно нужно. Много слишком ухода, либо просто в магазин сходить, человек сам передвигается, либо человек лежачий, там нужно много часов с ним проводить. Вот, от этого зарплата зависит. В среднем где-то от 1000, где-то до 2, может 200 небольшим, вот так вот. Если человек совсем лежачий, то 200 с чем-то, 1000 долларов. Вот,
Но плюс еще, если вы работаете в семье, там вы, вас могут попросить там что-то там еще дополнительное, там, ну, посуду помыть, прибрать, там, я не знаю, то это будет дополнительно, могут еще вам доплачивать. Ну, как бы вот кто-то спрашивал о зарплате, это все индивидуально. Я не могу говорить, сколько моя сестра зарабатывает, это неэтично и вообще как бы вот. Но в среднем я вам описала от 1000 до 2 с лишним. И если вы там что-то еще прибираете, убираете, делаете по уходу за домом, дополнительные какие-то вас, то семья может вам доплачивать еще определенную сумму. Вот. Но что хорошо, у моей сестры, она не платит за квартиру, за жилье, за, как я говорила, за свет, за газ, за интернет. А это большие деньги здесь, что-что, но вот и Эрии в этом месте, в Бэйри нашей, очень дорогое жилье. И она на этом очень сильно экономит. Вот. Практически она экономит почти 2000 долларов. Ну, студия может меньше, но 1800, может, смотря в каком месте. Опять-таки, она живет в Лос-Гатос, это хороший район, и неплохие места, и недвижимость дорогая. Вот. В общем, теперь она может официально работать вот как caregiver. И вроде все сказала. В общем, да, пришла ей бумага. И будут зарплату ей... А вот что хотел сказать. Будут ей зарплату платить от государства. И еще, чем хорошо вот эта вот работа от государства иметь, очень хорошая медицинская страховка у нее будет. Вот у таких людей, кто работает по уходу за пожилыми, у них очень хорошая медицинская страховка, которая включает все и покрывает все. И она еще и глаза... А здесь обычно идет отдельно. Обычная медицинская страховка, и плюс ты там включаешь зрение и зубы. Так у нее будет и дентал, и зубная страховка, и на глаза, и вот общая медицинская страховка хорошая. Вот, и пенсия, естественно, будет у нее, вот как бы у нее будет отчислено, у нее официальнее не бывает, в общем. Ну, да, вот так. Это все, с чем я хотела поделиться. Большие дела мы сделали, и теперь она съехала от нас, работает и живет отдельно, официально. У нее есть карточка, которую она может ходить в магазин расплачиваться. Она уже сдала, у нее есть временное разрешение на то, чтобы водить машину с тем. Ну, когда сдаешь теорию, ты можешь ездить в машине с тем, у кого есть права калифорнийские. То есть она может уже ездить, но с кем-то в машине. Вот. И 2 ноября нам вот останется сдать вождение, и останется ей только купить машину, что вот тоже большая будет статья как бы и расходов. Надеюсь, что к этому, не знаю, времени какой-то вот пройдет, надо ей подрастить кредитную историю, вот, и взять в кредит машину. Все, вот такие дела. Она обустраивается, ей все тут очень нравится. И, конечно, первое время было тяжело работать, но, говорит, я привыкаю. Человек ко всему привыкает. И, в принципе, она довольна, потому что, ну, отдельное жилье и зарплата, в принципе, неплохая. Много будет оставаться, потому что расходов многих она избегает. Вот, и... Да, в общем... По воскресеньям мы приезжаем. Я вот приезжала к ней в воскресенье, я ее брала по магазинам, и по всяким, и погуляли мы, и к нам домой я ее возила, мы встречались, общались, в общем. Вот жизнь кипит снова, вошла в свое такое привычное русло и у нас, и у нее такие будни начались. Многое мы погуляли, многое повидали, не везде, где хотелось бы, кое-куда мы не успели. Ну ничего, в принципе, впереди еще. Будут выходные, она, в принципе, может и отпрашиваться. И, ну, заранее, как бы, семья, в которой она живет и работает, они очень хорошие люди, очень приветливые, приятные, доброжелательные, в общем, и бабушка замечательная, за которой она ухаживает. В общем, в принципе, все хорошо. Вот так. Налепила, но... Поделилась такими эмоциями все, что произошло за этот месяц, когда человек приезжает с грин-карт. Но опять-таки эта ситуация немножко может отличаться от тех, кто приезжает
в Америку, и у них здесь никого. Ольга приехала, у нее были здесь мы, которые вот ей помогали первое время, наставляли, направляли и так далее. Еще забыла сказать, открыли мы здесь мобильную связь, ей номер телефона взяли мобильного. Она купила новый телефон здесь, и T-Mobile, мы также ее оформили в T-Mobile, как и у нас. То есть в дальнейшем мы, наверное, планируем сделать такую семейную связь из нескольких номеров. Надо этим заняться, пока у нее вот отдельная линия. Вот, и что еще? Мобильную связь. А, ноутбук она купила, чтобы у нее был. И вот что еще не сказала, в некоторых видео об этом упоминала, но раз это какое-то конкретное видео об этом, обо всем, о том, что сделано, мы купили некоторые вещи за 3 копейки или некоторые вещи даже бесплатно до того, как она приехала. И после того, как она приехала, мы тоже много вещей взяли бесплатно у людей, которые уезжают и избавляются от своих вещей. Они либо продают их очень-очень дешево, либо они отдают это все бесплатно. Очень классные, почти практически новые вещи, посуду, там бытовая техника, ну, утварь, вот это вот все, то, что пригодится на кухне, в хозяйстве. Мы взяли это бесплатно, в отличнейшем, просто практически в новом состоянии. Я даже посмотрела, я говорю, Ольга, у тебя такие красивые тарелочки, говорю, мне они нравятся. Она говорит, ну типа забирай. Я говорю, да не надо, у нас свои есть. Но просто настолько красивые, настолько хорошая посуда, что даже мне настолько понравилось, что мне кажется, что у нее даже лучше, чем у нас. Ну, в общем, мы рады за нее. Вот эти все вещи можно взять в наших группах. Например, барахолка Бэйрия, русскоговорящая барахолка. И есть еще девчачья группа, девчонки Бэйрия. В общем, там пишут обычно, я читаю, там, ой, девочки там или там мальчики, я уезжаю, мы все распродаем, гараж сейл, там у нас много куча вещей, мебели, там и посуды, того всего-всего, чайники и так далее, утюги. И обычно люди приезжают там, либо покупают за 3 копейки, я говорю, и либо берут бесплатно. Вот, и таких объявлений немало, а иногда люди сами пишут, я читала, мы так не писали, мы просто ждали, когда если кто-то вот начнет распродавать там или раздавать. Мы приезжали, брали для Ольги, вот, и с Ольгой мы также приехали, вот, и обычно еще бывает, люди сами пишут, мы приехали недавно, у нас ничего нет, если вы будете что-то там продавать, отдавать, мы с удовольствием там возьмем, потому что все с нуля, жизнь начинается с нуля, и люди обычно рады с чем-то расстаться, допустим, ну, бывает, знаешь, здесь очень быстро можно зарасти просто барахлом, которое оно в принципе не нужно, ты не пользуешься. Но ну, из-за того, что вот этого много, из-за того, что изобилие кругом, ты увидел, ты еще купил лучше, ты увидел, еще лучше купил. У людей бывает там, я не знаю, посуды этой куча просто там сервизов. А им переезжать в другой штат, а переезжать здесь часто, вот, айтишники. Они либо переезжают по работе, а мы живем в этой эре, где практически большинство в IT-сфере. Они переезжают в другой штат по работе, они избавляются от лишнего. Это хороший такой, знаете, момент, когда можно при переезде избавиться от того, чего тебе в принципе не нужно. Это очень хороший вариант при переезде. Так вот. Либо они уезжают в другой штат, либо они вообще уезжают, допустим, рабочая виза у них заканчивается, они вообще раздают все. Вот, так вот можно тоже сделать, и мы Ольге, хотя у нее уже что-то было там, где вот она сейчас живет, мы еще ей нашли много хороших вещей, на которых она не тратилась, не пришлось ей тратиться. Это тоже хорошее вам тоже совет на будущее. Потому что когда мы приехали, мы почему-то вот этого не знали. Кое-что нам, конечно, давали наши, у кого что было. Но мы еще пошли, $2500 потратили в Икее, купили всего. Стол письменный, помню, стол кухонный, мы купили все новое. Кровать, матрас, мы так потратились.
Хотя, в принципе, вот это, если бы мы знали, что можно было бы вот так просто вежливо спросить, а люди и рады, знаете. Все, все, еще. Мы еще что вспомним, может быть, подключусь. А, еще что сделано. Ну, может быть, это не обязательный, короче, пункт, но просто мне хочется о нем рассказать. Мы съездили в Сан-Диего, мы показали ей вот наш город любимый. И мне интересно было ее сравнение с тем местом, где мы сейчас живем. Это Сан-Франциско Бэй-Эриа, Маунтин Вью, Сан-Хосе, вот это все городки вокруг, вот тут мы живем. И где мы жили, это Сан-Диего. Так вот, интересно, что моей сестре больше нравится здесь, где мы сейчас живем. Ей нравится природа, ей нравится, что очень много деревьев. Мы на самом деле как в лесу живем. Вот просто среди деревьев там иногда проглядывают какие-то дома. Их почти не видно вот за количеством вот этих деревьев, зелени, елок. Ну, в общем, здесь очень зелено. Ей именно это нравится. Она очень любит зелень, лес, елки, вот это все. Вот. Но в Сан-Диего ей показалось намного чище и респектабельнее. Ну да, он красивый такой город, очень такие даже плазы. Она говорит, даже плазы, вот на которых мы заезжали, северная плаза в Карлсбаде. Не успела договорить, пока на светофоре вообще тут. Ей понравилось, даже вот эти плазы красивые, белые, яркие. Вот мы были на плазе в Карлсбад. Это плаза, которая... Аутлет. Как там красиво. Там на одной плазе, как в парке, можно гулять очень красиво. И чисто, говорит, так там. И, ну, чище, чем здесь. Здесь тоже чисто, но в Сан-Диего еще чище. Хотя есть места, да, вот где вдоль фривеев бывает мусор. Не каждый день они, конечно, убирают, но в принципе чище, чем во многих, ну, в некоторых других странах. Вот. Ей нравится здесь, в Mountain View, в Сан-Хосе, вообще здесь в Бэйри, ей нравится больше из-за того, что здесь зелень, воздух, так вот прямо как в лесу. Вот. Ей понравилось здесь. Вот, хотя Сан-Диего, говорю, тоже есть, опять-таки, видите, есть что-то понравилось там больше, что-то здесь больше. То есть везде есть свои плюсы и минусы. Только какие плюсы у кого перевешиваются и какие минусы для других важнее. Вот, для каждого, у каждого свои критерии, свои важности такие, важные плюсы и важные минусы. Вот, и каждый решает сам. Мне нравится очень Сан-Диего из-за того, что вот он там так просторно, все видно, все на виду, там деревьями особо ничего не закрыто, так вот прямо простор-простор. И пальмы вот эти стоят, ну, сама какая-то атмосфера светлости, и люди более такие расслабленные, более радостные, счастливые. Вот, здесь немножко такие загруженные люди, они тоже, в общем, в целом картину я вам говорю. Вот, посмотрев и Сан-Диего, и эту местность, вот моя сестра сделала такие выводы, это ее выводы. Наши, они могут немножко отличаться и могут быть другими. Ой, мне надо было на Стивенс Крик налево, заболталась с вами. Все, пока-пока.